Доброго всем времени суток, с вами Texer, Stranded Alien Dawn, и я загрузил чуть более раннее сохранение, потому что на том сохранении, которое было... Блин, что я нажал? Вот на этом сохранении, где нападают жуки, там 53 жука и... вот оно, кстати. Турель как-то странно вырубалась. То есть жуки подходили сюда... Повреждали сенсор, не разрушали, повреждали. Он был где-то там процентов на 60 целый. Но при этом турель выключалась. Я вот этого момента вообще не понял, что за фиговина. А без турели меня, естественно, выпиливали. А, они теперь тут. Ну да ладно. А без турели меня, естественно, выпиливали. Вот этот странный глюк турели я, в общем-то, не понял. Поэтому загрузил чуть более раннее сохранение. Жуки пришли, ну, с другого направления, это, ну, и хрен с ними. Потом. Будем отсюда с ними. Количество тоже. Все тоже. Много. Пошли к турели. Пойдем к турели сразу. Я вас так, ну, отвел нормально. Все, остановились. Ну, давай. Хренащите его. Богомол. Жуки тоже зло. На самом деле. Их очень много. Их до 30 снять количество до атаки общей. Но это фантастика. Куда ты побежал с собакой к своим? Вот задрыли, да. 4 жука, разберемся. Ранил, смотри, какая падла. Выпили, молодцом. 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 Давайте уменьшайте. Но дробовик хорошо стопит. Так, я не понял, а что Конор? Ладно, чего это с ножом? Фигня какая-то. Лук, наверное, сломался. Иди за пистолетом. А вы работаете. Платится, что наружу еще есть. Вообще, Кену послать? Ну да ладно. Ну, 30-ка уже нормально. Так, все, пошли, все пошли. Под турелях. Слушай, агрессивных-то немного. За мной все 5 раз бежит, но там, правда, турель. Куда ты, беги нафиг? Уронили, да? Бывает. Нет. Давай картера. Так, таяли наши ряды. Пошли. Живем пока. Animal Attack. Пошли спасать пушку. Ну, как бы отвлекать уже смысла нет. Аннет не успела снабдиться пистолетом. Ладно, может, Картер хоть спасем. По идее, на нее не должны агриться. Что агриться должны? Агриться. Блин, ну что за хрень, а?
27 рейл. Картер, живи. Ну все, тут просто битва, вот уже все, уничтожение. Она чуть за собой утащила народ, тоже прекрасно. Хватит грызть мне тут. Победили, что? Отлично. Так, кто у нас тут? Джейла, ты давай. Да, листья положил. Конечно. Отнести Картера. Что там у нас? Жуки, да? 8 жуков. Не знамо где. А вон они, грызут. Сволочи. Она взяла. Давай выходи. Мне тут дом грызут. А чё пауза-то? Эквипинг? Ты серьезно? Джилл такая, эквипинг! Кен самый хитрый. Да, последнего. Готово. Короче, андраф всех. Всех? Вроде всех. Так. Кена кто-нибудь спасать будет? С Кеном беда. Лечить Картера. Да, беги, лечи Картера прям там. Два девайса уничтожено. Ну ладно, с этим разберемся. Да, мне очень New Insect Nest очень нужно, прямо без этого жить не могу. Так, это лежит, болеет. Да, чуть ускорю. Но мне кажется, добежит, вылечит она его. Что у тебя там вообще по этому? 11 в час. Ох, елки, там все плохо. Ну давай, давай, ты вылечишь, я верю. Так, у вас что тут? Так, Кен, ты Кен. Самолечись. Вы умеете, вы два врача. Ну, Джайло, так. Но его надо зафиксировать, его просто не донесем. Мне кажется, и так он не выживет. Очень быстро теряет. Надо было раньше все это делать. Стой! Какие бандажи? Этого дятла давай. Посадить точно. Блин. Вот дурацкий выбор-то тут. Никак? Ну так хоть бандажи неси. Ты куда пошел? Блин. Вот управление просто дебильное.
просто управление дебильное. Он вообще умирать пойдет. Обуваться пошел. Какая хрень, а? Он при смерти, он за обувью пошел. Да. Давай, жди лечения. Ну ты не дождешься, ты помрешь раньше. Так, стой. Ты можешь его полечить? Да хрен там плавал. Он в сознании, значит, его лечить нельзя. Вот так это работает. Фу, жопа. Просто жопа. Чё ж так по-идиотски-то всё сделано? Почему его нельзя долечить на месте? Раз он встал, всё, с ним ничего нельзя сделать. Ну что это такое? Ну час ему осталось. За час его даже Аннетта не вылечит. Причем он часть этого часа будет идти. Ну вот, что за дерьмо, а? Что за дерьмо? Как это работает? У меня только очень много нецензурных слов по этому нужно. По этому поводу. Не. Просто вот реально. Это просто пипец какой-то. Лук, что ли, возьми. А, там стрельша закончена. Отлично. Оп. Ты. А, не отнесли еще. Ладно. Так. Ну просто пипец. Как вот это называется? Человека нельзя долечить до конца. Его бы Лейла там вылечила. Прям там. Но он встал и все. После того, как он встал, его можно лечить только на кровати. Что это такое? Вот подобные вот... Они мелкие косяки, но когда они играют, это пипец. Вот они вот сложились, вот эти косяки. Вот умирающий человек, там где-то далеко от лагеря, его подняли на ноги, он сам не дойдет. Мало того, он за ботинками пошел. Он при смерти, но он пошел за ботинками. Где теперь? А, тут же. Ну, в принципе, да. Ой-ой-ой, да, давайте помедленнее. Отлично. Давайте вы все сюда прям сразу и делом займетесь. По-моему, драка началась раньше, чем надо. Кто там залучник? Лейла, иди сюда. Это там залучник. Сюда иди. Ну, жуки грызут активно. Тут ничего не попишешь. Мне кажется, когда сумбурная атака, у меня лучше всего пройдет. Все, выключилось. Motion sensor, если нахрен. 16. Жуков, стойте. Нон. Вот. И кого-то надо туда отправить. Картер, тебя толку все равно мало. Давай. Так, стоп, Турет.
Ну, то есть я с контрольного его отключил. И... То есть в радиусе у нас твари нету. Это крайне интересно. Тринадцать стрел, а если они нападут? Пошли биться. Так, турель, что ты мне скажешь? Она включена. Она не потребляет. И она не стреляет. То есть сенсор отключен. А турель не работает. Ну, то есть, смотрите, она как бы работает. Как бы все хорошо. Но она не работает. Даже если я включу охотиться, видите, турель не включается. Эй, похрен. А, кстати, врагов довольно много еще. Там что, богомола, это немало. Вот как так турель работает? Я не понимаю тоже. Что за фигня? Три жука, два богомола. А что, того жука никто не видит? Богомолов тоже никто не видит. Богомолов кого-то жрут, но их не видно. Так. Один богомол атакует. Блин, они все тут, нет? А, убитого добивают. Так, где последний жук? А, понял, пошли. Вот это оно. Давай, атакуй. В общем, шляпа какая-то с этими сенсорами и прочим, и прочим, и прочим, андрафт. Ускоряйтесь, в принципе, все нормально. Коннор побежал одеваться, ему курточку поэтому попинали. Кто-то пошел успокаивать Картера, который прячется. Но он здоровый, поэтому жопа с ним, пусть прячется. Давайте, в принципе, ускорим. Я думаю, тут больных не будет. Это все чинить. Ну, в общем, все как обычно. Переоделся и лежит, когда его вылечат. У нас Аннет в порядке. Идет играть в дартс. Да. Картер спать пошел. Ну, пусть она в дартс поиграет, в принципе. Тут все терпит. О, пошла лечить Кондора. Ну, короче, Аннет у нас... не нужно мне новых гнездо инсектов. Ничего мне не надо. Я и так все знаю. Аннет сейчас всех вылечит. Вот. Как-то пережили этот день. Ну... проблем много. Проблем много, поэтому с багами, с такими, с несильными багами проблемы. Но когда заходят в тему, они это пипец. То есть накрывается сразу все. Да, вся система. Второй, да? Контроль.
То есть, ну вот вынесли сенсор, да? Фигня. Я переключаю ее как бы в независимый режим на другую линию. Нет. Она все равно не работает. Она поработала и спать. Молодец. Подкормили. Катер пошел турель переключать. Мне кажется, это не работает. А Кен пошел с корабеев потрошить. Я его не просил, но он пошел. Ладно, не страшно. Лапки тоже нужны. Фризеры исследовали. Это вообще... Ну, фризер пока ставить. Надо, но не буду. У меня беда по микросхемам, и никто не работает с микросхемами. Писали мне, что я тут плетень тут вставляю. Плетень я тут вставляю, потому что сквозь него стрелять можно. Да, он почти не задержит, но с другой стороны и тот вот чистокол, он тоже ни хрена не задержит. Да, хоть плетень, хоть стрелять можно. А что ты куда несешь? А, край. Лейла, а может ты по это, в жопу ресерч? Нет ресурсов. Ну, пистолет покрафтить. В конце концов. А у меня силикона нет, да. Ну, появится. Появится. Так, что у нас вообще по одежде, по всему? Шапка кончается. Ну, в принципе, норм. Кончается шапки, кончается ботинки, кончаются тряпочки. Ну, это терпимо все. Сейчас разберутся, а у меня еще будет пистолет. Так. Почему Коннор буянит, я не пойму. У них вроде все хорошо. Они живут в хорошем теплом доме. Они спят на индивидуальных комнатах. Почему Коннор берсерк? Вот кто-нибудь может мне объяснить? Че ему не так? Я понимаю, тут есть вот... Он голодный, ну и че? Жар? А, напряг не может расслабиться. Ну и ладно, холодно, больно... Джайла его это игнорирует, да. Лайла. Странно, странно. Все странно. А где у них... Не заинтересован в Ларле, заинтересован в Аннет. Не заинтересован в Кене. Ну, не заинтересован в смысле отношения. Ну, у них паршивые отношения, да. Я не знаю, почему опять же. По неведомой причине. Грызутся. Почему? Хрен их знает, дурак. Вон, на трубе подуди, будет хорошо. Сделал пистолет? Хоть не сделал. А, говорит, в панике буду бегать и истерить. Так, Картер понес пистолет, отлично. А, дадим этой звезде. Адванс причем. О, с пистолетом. Вооружаемся потихоньку. Там, по-моему, лазер скоро кончится, но это ладно. Ну, у этого, в смысле, лазер. Так, урожай собирать еще рано, еще не выросло. Я подожду урожая, я не хочу так прям. Грабить все это. Common cold. А чего common cold? 17-13 градусов. Тут тепло внутри помещения. Печки справляются. Кен ботинки крафтит, молодец. Коннор крафтит топливо. Что у нас там, например, слетать? Оу, слетать. Эксплор. Каргопод. Вот, контрол-модуль. Мне кажется, вот эти визиты не пропадают. Вот три визита было, контрольный модуль, да? Мне кажется, в следующий раз опять три останется. Потому что я какой-то модуль запоминал, что два визита. А их два и осталось. Дуделка есть, дартс есть, все есть. Нет, они нам в печали. Охренеть.
Еда вкусная, кстати. Так, а чего у нас еще не отресерчено, еще такой вопрос у меня? Отдайте вот эту штуку, захарвестим. Чего бы нет, а? Значит, нифига не вижу, что мы куда ей. Тут были какие-то трубчатые хрени. Это шкуры. Желтые такие. Но днем я хрен их найду, да? Ладно. Когда-нибудь найду, летом найду. Ну, в смысле, днем найду. Пофигу. Когда-нибудь, куда-нибудь найду. Чуть-чуть скавен жить осталось. Хорошо. А, вот эти что? Да. Так. Control. ЦПУшки нашли. Тоже хорошо на самом деле, но... Предпочел бы что-нибудь поинтереснее. Джелло пошло что-то харвестить. А, силикон харвестить. Оно что у нас? Силикончик. Да, вот эти желтые трубки. Будет смешно, если они ну, после их исследования топлива я смогу. Ну ладно. Коннор копии делают. Ну и правильно. У нас пока оружие далеко не все. Хай-тек. А Кен еще не прилетел. Ну все тихо, хорошо. Да, турельку надо бы, но у меня, во-первых, по электричеству пока беда-беда. Турелек надо наставлять. Побольше, побольше, побольше. Так, а силикон же принесли, нет? Да, тридцаточка. А что, тридцаточки мало? Хм, иди электронику крафти. А это кого я послал? Коннора, что ли? А, ну и ладно. А Кен прилетел, пошел ножи крафтить. Молодец. Ну, ЦПУшек привез. Тоже неплохо. Пневмония у Коннора, это лечится. Коннор, не лечись. Блять, Коннор, Коннор, Коннор. Давай, иди, лечись. Кен, ботинки, конечно, хорошо крафтить. Но, может быть, телегронику? Полечит его, Аннет полечит. Приготовит пожрать и полечит. Ну не мало так, где? Джейла. Давай драку. Он целеустремленно ломает ограду, смотрите, он даже через нее не лезет, он ее ломает. Вали его! Сейчас он в турель войдет. А смотрите, кровотечения нет от лазера. Все, нормально. Так, Коннор лечит. Ну все, я же говорю, а Аннет позаботится. А что, электронику скрафтили? Скрафтили электронику, отлично. А бросили куда-то, правда, непонятно куда. Ну да ладно. А зима кончается постепенно. Сколько там? 3 градуса на улице, а? Прекрасно. Если повезет, следующий год встретим уже с цивилизованным домом, с электрическим отоплением. Ветровая турбина крякнулась какая-то из... Чё? Электронику надо, да? Да. Снова 4 электроники. Ай-яй-яй. Но пока свой урожай не будет. Новый год на Иве. Да, конечно. Вмещайте.
Коннор пошел чинить, и вот эту единственную сделанную электронику мы туда изведем. Угу. Топлива куда-то нет. Да, не страшно. Кент пошел драку потрошить, он без этого не может. Слушайте, Джайла. Погоди, Джайла. Откуда? А, это нормально. Жрать пошла. А это что у нас? Недообсервина. Ну ладно. Поезд продолжит. Просто если... Вот, ну это последнее из того, что я в округе вижу, что я не исследовал. А, ну я еще гнезда скорпионов не исследовал. Может там что-то. А, просто если в этом топливо заключается, что в бочках его квасить? Я же все еще не могу. Кен фуфайку крафтит. Слушай, Кен, а ты не хочешь покрафтить не фуфайку, а покрафтить тут электронику, например? А на это не надо, она это не умеет крафтить. Ладно, это пневмония. Слушай, она тут не хочет сама полечиться? Говорят, очень хорошо. Врач, исцелись сам. А лечиться можно только в темной комнате, я понял. Дождь, дождь пофигу. Счастье уменьшает. Унылая погода на улице. Ну, да, я ничего не строю. Что? Жду урожая силикона. Что делаешь? Обсервишь. Кого ты обсервишь? А, тут не видно даже. Коннор все болеет. Стоять. Гиптогония, сироп. Ну такой себе. И чё мне этот сироп? А квасить-то я не начну? Не начну? Нет. И фиг ли мне этот сироп из нее? Да. Может они что-то патчем как-то исправлю. Теперь нельзя из лап крафтить. 20-30, нормально. Констрактинг, блин. Фиг ли там констрактинг? Там он старый чинит. Ну, констрактинг так констрактинг. Новый год, да, празднуйте. А надо бухать? А, это все, уже празднуем. Там за турбинами встал, давай празднуем. Нашел Иван Царевич царевну лягушку и давай на ней жениться. Ну хоть счастье у вас поднимется. А Коннор болеет. А Аннетта спит. Вот так. А Кен пошел лечить Коннора. Так они и жили. Такой вот Новый год. Опа! Aggressive Animals. Хреново куча. И с той стороны у меня турели нет. 18 скорпиониев. Ну что, с этим надо будет бороться. Давайте оставлю это на начало следующей серии. Конечно, да, я их под турель-то подведу, если что, но надо их потрепать. Обязательно потрепать. Но у меня ничего не открывается про топливо. Ну, интересно, что надо для этого сделать? Карбон на тубы. Да, надо. Много чего надо. И фортификации надо. Пульс райфл, кстати, фиготень оказалось. Ой, она еще из энергичей. Нет, фигня. Вот это рельсовая снайперка интересная. Я бы скрафтил, но не скоро. Нантуба. Принтинг. Все будет. Не вижу пока смысла в этой штуке. В орбитальном радио тоже. Я лучше флеймкроперс включу. Ладно, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.